Дейл тоже вылетел, поэтому пришлось выбирать из двух врат гимны британского королевства. Седьмой номер, восьмой Джеймс Уорд, восьмой номер, девятый Андрей, главный судья сегодняшнего матча, ВАР, видимо, Радой, Бундеслиги, так что тут есть кому, прям скажем, в таковых матчах сборной Исландии. И всего не простят. Джек Грилиш наносит первый удар по мячу. Вот и про него. Яркий игрок. Человек, который может сделать результат. Как много. Не скажу, что это самый удачный дизайн на свете. Вот именно тем самым он уходит. Вот он, Мирал Редуй. Нани, которого на чемпионате Европы, видимо, не будет. Подача. Гарри Саутгейт включил в заявку. А румыны пока очень активны и опасны. Да, получил передачу Александру. Играли в финале. Киран Трипьер. Откат Рашфорда под аплодисменты. Вперед Люк Шоу. Передача на Калверта Льюина. И вот такой удар. Дайся игрой. Пока игрой наслаждается Мирал. Саутгейта дай бог каждому. Подача. Так опасно, как могло бы быть. Тем не менее подключается Камора. Прострел. И дело таки прозябание. Но вот это хорошее подключение Каморы. Да, и до полуфинала англичане редко когда доходили. Ай да. Его дриблинг в действии, а удар не получает. Манчестер Юнайтед по-прежнему очень хочет его приобрести. И как раз Недел Чайро и будет работать. Навес придерживал Кирикиш, если честно. А нет, Готфрид еще не случил. И, видимо, вот это как раз-таки и заставило Шоу. Эмсворт Праус. Навес. Опасно, может быть, Недел Чайро выбивает мяч. Да, технично сработал. Грилиш можно издалека пробить. И вот он удар. Сореску. Подача. Опасный какой момент. Неожиданно возник. Не Минкс, не Уайт. Хороший пас. Но, правда, чуть сильный на Калверта Льюина. Хороший пас обратно Рашфорду. Связка из Манчестера работает. Но Рашфорд шел. И какая хорошая передача. Пока в основном сам пытается обыгрывать. Вот сейчас у него это, наконец, получает. Каморы. Хороший пас. Готфри бить может. Он же левша. Играйте прямо сейчас. Вот он, удар Бена Готфри. Ну, а здесь хорош Филлипс, прессингует. Не Рашфорд, опять против Кирикиша. Пади, а потом уже Кирикиш. Да, не было здесь. Отворот. Контакт был, но Юином. Филлипс опять диагонально в расчете на Готфри, который пошел в психоз. Это ненормально. Вес. Мяч вылетает и прилетает к Пауну, и тот бьет по логического развития, до удара в том числе. Но, тем не менее, отмечаем, что у румынов это Готфри. 30 минут сыграно. И удар головой. На прыжке бьет головой Уорд Прауз. Вратарь пятится. Не до... Вот, давайте посмотрим. Подача Уорд Прауза. И с линии практически штраф в перекладину. Вот, пожалуйста, его умение. Передача на Грилиша. Навес. А вот сейчас не получается. Ну, тоже довольно вяло все это у румын получается. В итоге на... Ну, Минкс сейчас, да. Обычного блеска. Рашфорд. Это удар. У Грилиша Санчо на двоих. Санчо. Удар! Обрабатывает под правую и в дальний. Без шансов каких. Теоретически он мог бы. Грилиш. И вновь он пытается подавать будет Уорд Прауз. Где Калверт Льюин? Вот он в центре. Калверт Льюин. Ну вот в таких сборных. В том числе и для английских. Теряет мяч на ровном месте. Многие надеются, что он станет выбивает мяч румынам. Ну и Тайрона Минкса, соответственно, тоже. Он
Ух ты, Сареску, можно бить! Включение Сареску, такая простенькая вроде комбинация, но Шоу, Уорд Праус, напоследок и румыны в первом тайме оживились. Еще удар. Получится контратака у Грилиша и Рашфорда. Рашфорд разворачивает, пропускает мяч, Алибек. Вот момент, нет, успевает выбить.